Всем здорово, ребят, еще раз. Ну что, продолжаем трешечок на аккаунте Андрюхи. Сейчас телефон на зарядку закину. Поехали, позабираем сейчас плюшечки. И просто, я не знаю, ну, судя по всему, это либо недоработка IGG, либо реально баг, и они его исправят в следующем обновлении, либо, опять же, они не дописали скилл правильно по герою, потому что у нового альфа-самца просто тупо стан не работает. Точнее, работает, хотя не должен, судя по описанию умения. Нифига себе. Нифига себе, посмотрите, вот это да. Да ладно, вы что, прикалываетесь? Тут, блядь, что, одни герои падают, что ли? Жесть. И вот это так называется рубашкой вверх, ребят, посмотрите. Вот это пипец. Я, честно говоря, сейчас в шоке, сколько тут топов. Осколки, ну ладно, осколки. Ронин. Просто тупо 11 лех. Жесть. Это просто капец. А что по правилам тут вообще? Так, это наши награды. Сейчас посмотрим, что тут по правилам у них. Может, у них тут только одни герои? Ну, еще осколки есть. Понятно. Ну, все равно прикольненько. Так, еще разбиватель яиц. Сейчас мы забежим, чтобы попытки забрать не пропали. Фига себе. Да ну нафиг. Вот это кайф, ребят. Что, блядь? Где-то, короче, тихо в сторонке все остальные серваки просто посасывают с количества выбитых легенд за такое количество клейков. Я не знаю, считайте 11, и тут 15 легенд. Да ну нафиг, это жесть. Это просто жесть. Не, ну это бан. Это реально бан. Офигеть просто. Посмотрите, сколько мы плюх получили. И сколько... Герои, какие герои? Я в шоке, конечно. Считайте, у нас было 24 клика, и с них мы получили 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 героев. 24 клика и 17 лех. Ну, что я могу сказать? Это АЭС, ребят, это АЭС. И это еще не все. Поехали, заберем пакетик накопления. Здесь у нас еще огник. Фига себе. Это жесть. Что тут творится на этом серваке? Я в шоке. Что-то зажлобились, могли 150 засунуть в этот. Так, Китсуна уже 28-я. Тут мелкий еще не докачанный. В общем, ладно, потрешивали с вами, поехали, читаем внимательно скилл и так забрать. Сейчас поставлю даже, чтобы не так быстро дох СО. В общем, читаем. В течение 4 секунд уменьшает атаку всех вражеских целей на 70, накладывает молчанку, наносит
дамаг 275%, 10% от хил, каждых 0,2 секунды. Герой не восприимчив к молчанию, имеет высокое крит сопротивление и уменьшает получаемый урон на 60%. Если мы пойдем в рейд его затестим в такой сборке, кстати, надо будет, наверное, тестануть, попробовать. Ну, все равно шатают. Даже зарядиться не дают. Мастер, смотрите, просто тупо не дает включиться. Ну, блокировки разные. Хотя он у нас еще собран. Надо будет ради интереса тестануть огненка СО плюс ССК как вариант. Ну, шатают, видите, шатают. В любой сборке его шатают. Надо уклонений больше. В общем, нету у него. Вот. Герой невосприимчив к молчанию, имеет высокий крит сопротивления, мешает получаемый дамаг. Когда герой атакует, 15% восстановить 100 энергии. В общем, начал я бегать по подземкам, искать подземки и зашел вот 7-5, да? Вот посмотрите внимательно на моих героев. Кидаем Фрейю. Смотрите внимательно. Она стоит в стане. Кидаем. Там землеройку кинул. Кинул Зефира. Тоже словил стан. Лисица словил стан. Словил стан. Этот уже, этот не словил стан, потому что там все с уклонениями. Этот просто отлетел. В общем, опять делаем повторку. Тут реально станет очень круто на подземке. Вот, запустил Зефира, внимательно смотрите. То есть станется герой очень бомбически. Сейчас попробую чем подальше забросить, чтобы посмотреть, откуда стан работает. Вот, грубо говоря. Окей. То есть в данном случае наш герой точно так же, как и все остальные. Вот, смотрите, землеройку закинул. Землеройка в стане. Она не бьет, она именно в стане. И так, в принципе, по всей карте. То есть без разницы, в каком месте вы будете выкидывать героев. Вот, Зефир залетел в стан. Тут у нас тотем сработал. Но тоже стан работает. Землеройка. Стан словил. То есть герои реально ловят обалденный стан. И теперь мы с вами пробуем нашего героя. Ну, понятно, он тут у нас просто отлетает. Но посмотрите, он залетает, ему пофиг. То есть на него это не работает. Я уже думал, что может быть он сразу там типа включается, сразу рушит здание. Нифига. Вот просто тупо нифига. Я перетестировал на разных подземках и фиг его знает. Вот просто тупо, смотрите, кидаю сюда в щит. Просто тупо не станется. То есть то ли они не дописали, я не знаю, с чем это связано, но этот герой просто тупо проходит. Ему пофиг. Сейчас восстановим. Если взять ту же самую, эту, где там, блядь, магия, да, чтоб многие могут написать, это ж магия дает. Призывает на помощь ангела, дающего единице в радиусе действия неуязвимость. То есть чисто дает неуяз. Но не иммунитет к стану. Ну вот, герой в стане стоит. Вот, лисица. Стан. Фрея. Сразу же моментально стан. Землеройка. Зефир.
То есть, как видите, стан работает на всех. Вот они даже подойти не могут. Я вот ради интереса выкидываю этого. Смотрите, он без проблем. Он без проблем дамажит. То есть, либо, скорее всего, где-то не прописали, не дописали, что этот герой имеет иммунитет, либо реально просто тупо... Ну, хотя вряд ли тупо бах, просто тупо не дописали, как обычно. Ну, вот он без проблем заходит, залетает. Нету у него просто уклонения. Сейчас мы поставим с вами больше уклона, чтобы он немножко дольше пожил. Сейчас я поставлю изворот. Вот у него 12 тысяч уклона. У там у героев реально уклонение дофига. И они станятся, то есть уклон я поставил просто, чтобы быстрее залетал. Не сливали его так быстро. Вот без проблем. Посмотрите внимательно. И он вообще не станется. Кидаю зефира, стан есть. Кидаю землеройку, стан есть. Кидаю Фрею, она только подходит, стан есть. Ну, сейчас уже башни разбили. Этому реально пофиг. Просто тупо пофиг. То есть, как видите, каким-то образом, я не знаю, каким образом, но IGG упустила опять этот момент. Герой реально не станется. То есть, ему не только иммунитет, у него еще иммунитет к стану. Соответственно, это довольно-таки неплохой вариант для PvP по сравнению с теми же донатными героями. Не знаю, посмотрим. Думаю, починят, пофиксят. Либо допишут в следующей обнове. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.